Вас вітає служба інформації телерадіокампанії «Гомель». У студії працює Наталі Ігнатенко. Глядзіце у гэтым выпуску. Работа по новых правилах. Сёння у Гомеля абмеркавалі першыя вынікі дзейнасці ва умовах мытнага кодэкса Еўразійскага эканамічнага саюза. У дапамогу гаспадаркам у рэгіёне распачалося стварэнне механізаваных атрадаў. Гаспадары на зямлі. У Калінкавічах прайшла сустрэча спецыялістаў сельскай гаспадаркі розных пакаленняў. Адна гадзіна на карысць планеты. Гомельская вобласць заўтра далучыцца да міжнароднай экалагічнай акцыі. А зараз аб гэтым іншым больш падрабязна. У развіцці супрацоўніцтва з Грузіяй адзін з галоўных акцэнтаў трэба зрабіць на падрыхтоўцы кадраў. Аб гэтым прэзідэнт Беларусі Александр Лукашэнка заявіў сёння на сустрэчы з прэм'ер-міністрам Грузіі Георгіем Квірыкашвілі. Кіраўнік дзяржавы адзначыў, што напярэдадні былі падпісаныя гістарычныя дамоўленасці і яшчэ раз падкрэсліў актыўную ролю грузінскага боку ў развіцці адносінаў. Нагадаем, напярэдадні прэзідэнты дзвюх краін намецілі амбіцыйную задачу выйсці на тавараабарот у 200 мільёнаў долараў і больш цесную прамысловую кааперацыю. У прысутнасці кіраўнікоў дзяржаў падпісаны дакументы аб развіцці супрацоўніцтва па розных напрамках, у тым ліку ў адукацыі, медыцыне, банкаўскай сферы, сельскай гаспадарцы, міжрэгіянальным узаемадзеянні. Самі кіраўнікі дзяржаў змацавалі подпісамі дагавор аб асновах супрацоўніцтва паміж Беларусю і Грузіяй. У другі дзень візіта ў Грузію кіраўнік беларускай дзяржавы прыняў удзел у памятных мерапрыемствах і ўсклаў вянок да мемарыяла героям, якія загінулі за адзінства Грузіі. Пасля прайшла сустрэча Александра Лукашэнкі з каталікосам, патрыярхам усяе Грузіі і Лёй другім. Працягваем выпуск. Сёння ў Гомелі адбылося выязное пасяджэнне грамадска-кансультатыўнага савета пры дзяржаўным мытным камітэце. Яго ўдзельнікі абмеркавалі першыя вынікі работы ва ўмовах мытнага кодэкса Еўразійскага эканамічнага саюза. З новымі правіламі работы суб'ектаў гаспадарання знаёміліся нашы карэспандэнты. Мытны кодэкс Еўразійскага эканамічнага саюза пачаў працаваць з 1 студзеня гэтага года. Па сутнасці, гэта адзін з асноўных дакументаў, які рэгулюе знешні эканамічную дзейнасць суб'ектаў гаспадарання. Па словах прадстаўнікоў прадпрыемстваў, нейкіх значных праблем у іх дзейнасці гэты дакумент не выклікаў. Многія палажэнні ў Беларусі прымяняліся на практыцы яшчэ да яго прыняцця. Больш за тое, па шэрагу пазіцый сітуацыя нават спрасцілася. Абсалютна ўсё спакойна, мы праснуліся 2 января, пашлі на работу і сталі работаць. Естественно, сейчас, конечно, мы сверяемся с новыми нормами, то есть, ну, проверяешь свое действие, заглядывая в эту миленькую, маленькую 800-страничную книжечку. А так, в общем-то, пока что больших шероховатостей я не вижу. Разам з тым на пасяджэнні грамадска-кансультатыўнага савета пры дзяржаўным мытным камітэце размова ішла не толькі аб дасягнутым. Перш за ўсё, гэта магчымасць больш дэталёва вывучыць спецыфіку рэгіёна. Апрача таго, неабходна азнаёміцца з думкамі суб'ектаў гаспадарання па далейшаму дасканальванні мытнага заканадаўства. У прыватнасці, размова ідзе аб укараненні прынцыпа аднаго акна. Калі цяпер прадпрыемствы самі прадстаўляюць у мытныя органы ўсю неабходную дакументацыю, то ў перспектыве яна будзе паступаць сюды ў электронным выглядзе без удзелу суб'ектаў гаспадарання. Развитие единого окна в части таможенных правоотношений связано с тем, как быстро все государственные органы подключаться к нашей информационной системе, чтобы мы могли получать от них соответствующие разрешительные документы. В настоящее время у нас такое взаимодействие есть с Министерством антимонопольного регулирования и торговли. Мы лицензии получаем в электронном виде. Проводится работа с госстандартом, с Министерством сельского хозяйства и продовольствия и с другими госорганами. Чем больше мы будем иметь от них информации в электронном виде, тем меньше документов необходимо будет представлять субъектам хозяйства. Олег Сюнцюру, Олеся Рудзянкова, Валерий Гапанько, телерадиокомпания «Гомель». На Гомельшчыне распачалося стварэнне механізаваных атрадаў. Іх аснову складуць энерганасычаныя трактары, якія набываюцца за бюджэтны кошт. Сёння 7 машын прыбылі ў Буда-Кашалёўскі раён. Планамі аграрыяў пацікавіліся нашы карэспандэнты. Ідэя стварэння механізаваных атрадаў належыць старшыні гомельскага аблвыканкама Уладзіміру Дворніку. У іншых абласцях нічога падобнага няма. Усяго плануецца набыць 122 энерганасычаныя трактары. Больш вялікія раёны атрымаюць па 7 машын, астатнія па 5. Менавіта гэтая тэхніка і стане асновай атрадаў, якія будуць выкарыстоўвацца па рашэнні старшыняў райвыканкамаў там, дзе іх прысутнасць у дадзены момант найбольш неабходная. В общей сложности мы должны получить 122 трактора.
Первоначально планировалось получить трактора до Нового года, но по техническим причинам тракторный завод не мог изготовить такое количество, поэтому они нам гарантировали поставку этих тракторов до начала весенне-полевых работ. Використанню енергонасиченої техніки на Гомельщині з гетого года повышена увага. Минулой зимой за бюджетные сродки у регионе организовали в учебу больше, как 550 механизаторов, которые будут все лето на ее працевать. Это позволит весной организовать работы по подрыхтовце глебы у две змены. Тепло все лето приходит поздно, а тому полевые работы будет необходимо провести у стиплые термины. Миновито у Будокшелевском районе механизованный отряд будет створен на базе предприимства мелиоративных систем. Это позволит использовать совсем не танную технику больше протяглый час. При необходимости она сможет працевать не только на сельскохозяйственных палетках, але и використовываться для потреб самого предприемства. Размова у приватности может идти об летнем периоде, когда такая техника на палетках практически не задейничана. А проще того, у мелиораторов уже створена база для технического обслуживания энергонасыщенных тракторов. Установочное оборудование у нас необходимое есть. В принципе, обслуживать мы их можем полностью. Ну, пока на гарантии, конечно, нам будет приезжать службы при гарантийном обслуживании, а в дальнейшем проблем по использованию их и обслуживанию не будет. Олег Сенцюров, Ольга Коновалова, Валерий Гапанько, телерадиокомпания «Гомель», Будокшелевский район. Гомельское областное отделение Белорусского фонда миру протягивает практику проведения встреч специалистов сельской господарки разных поколений. На этот раз сучасные и будущие аграры собрались у Полесском державным аграрным колледже. Чакание и реалии жития и працы на вёсце у материале Олега Сенцюрова. Полесский державный аграрный колледж сегодня тут научается 680 будущих специалистов агропромыслового комплекса. Каким будет их первое рабочее место и вообще, что ждет их у господарках? Это питание хвалюю всех. На встречу с новоченцами запросили былых выпускников этой установы. По-перше, так больше легко наладить контакты. По-другое, размова отремливается больше практичной. Евген Жалюк закончил колледж в 2015-м. Сегодня працую уже наместником директора сельскохозяйственного предприятия Домановича. Кажется, что, как достигнуть неких вышень, необходимо не ухиляться ни до какой работы. Приходилось выполнять различные работы. И животноводческую отрасль, и инженерную сферу. И непосредственно свою работу. И даже если где-то какие-то вопросы ты не всегда компетентен, приходилось идти и разбираться прямо на месте. Хоть одразу им кнуться до высоких посад, молодые специалисты все ж таки не рают. Коли былого выпускника худко призначают на посаду уголовного специалиста, это так само не лепшая перспектива. У идеале необходимо спочатку отримать отповедный практичный опыт. У Полесском державном аграрном колледже лечить, что наибольш значного эффекта можно достигнуть при метовом научании, коли специалист рихтуется для конкретной господарки. И со слов руководителей, и со слов наших выпускников, да, в этом больше плюсов. Значит, я подчеркиваю, самый значимый плюс в том, допустим, что практики проходят в том хозяйстве, где выпускник будет работать. Он видит производство, он уже знает производство, он уже знает специалистов. Финал встречи будущих аграров с аграрами сучасными – узнагородживание специалистов агропромыслового комплекса подяками областного отделения Белорусского фонда миру за особистый вклад в развитие галины и харчовую безпеку краины. Крыху позднее старшиня отделения Тимофей Глушаков узгадая, как у 70-х годах сам працевал у Калинкевичек, спочатку начальником районного управления по сельской господарстве, потом старшиней райвыконкама, и додать во все часы для специалиста любого узровня уголовные относительно с коллективом выпускникам Полесского колледжа об этом необходимо памятать обовязково. Работа с людьми и обучение, и воспитание, и так далее. И вот я, имея такой жизненный опыт, я на первый план именно и ставлю этот вопрос, чтобы была команда единомышленников, которые тебя понимают и которые тебя будут поддерживать. Олег Сентеров, Валерий Хапанько, телерадиокомпания «Гомель» с Калинкевичем. Субботние телефонные линии мясцовых органов улады протягнут свою работу 24 соковика. Завтра звороты громадян будет принимать старшиня областного совета депутатов Катерина Зинкевич. Номер телефона 33 12 37. У Гомельским гарвыканкаме прямую линию проведет старшиня гарсовета Миколай Ковалевич. Звертаться треба по номеру 75 19 84. Прямые линии будут працевать с 9 до 12 годин.
У суботу 24 сакавіка з 20:30 до 21:30 по беларускім часе Гомельшчына ўнясе свой, хоць невялікі, але вельмі важны ўклад у вырашэнне экалагічных праблем планеты. Наш рэгіён далучыцца да міжнароднай глабальнай акцыі «Гадзіна Зямлі». Разам з іншымі нераўнадушнымі да справы захавання клімату на планеце і абароны яе ресурсаў, кожны жыхар вобласці можа на одну гадзіну адключыць усе электрапрыборы і асвятлення. Заўтра ў прызначаны час згасне ілюмінацыя на будынках абласнога выканаўчага камітэта, Гомельскага гарвыканкама, цырка і палацава-паркавага ансамбля. Да акцыі далучацца і раённыя камітэты і адміністрацыі. Галоўная мэта экалагічнага флэш-мобу – прыцягнуць увагу максімальна вялікай колькасці насельніцтва да праблем змены клімату на Зямлі і паказаць, што толькі аб'яднаўшыся можна вырашыць экалагічныя праблемы. Акцыя «Гадзіна Зямлі» сёлета аб'яднае больш як 400 городов у 70 краинах свету. Это действительно символическая акция. И выключая вот эти приборы электрические, выключая свет, у человека есть час подумать, что он сделал для Земли, что он сделал в целом для планеты. Гомельский областной комитет посредством вайберов будут направлены картинки, которые призывают граждан поучаствовать в данном мероприятии. Ну, учитывая, что у всех у нас есть родные, близкие, которые подключены к этому приложению, значит, мы также приглашаем всех поучаствовать в распространении данной информации. Так само завтра у Гомелі на набережной ракі Сож, каля композиции «Маяк» пройдзе акция «Святло наших сердцев», организованная Белорусским Республиканским Союзом Молоди. Удельники символично запалят свечки, каб показать, накольки им неабыяковы люс природы. Бо нават одна гадзіна без святла бераже долю ресурсов, якія идуть на выпрацовку электроэнергии у великим городе. Надвор'е, клімат і вода у інфармацыйную эру. Так гучыць дэвіз сёлетняга дня метэаролага. Сёння прафесійнае свята работнікаў гэтай, можна сказаць, нябеснай сферы. Ва ўсім свеце яго адзначаюць больш як паўстагоддзя. Павіншаваць метэаролагаў і спытаць, калі ж чакаць вясны, у Гомелі аблгідрамет адправілася Марына Джалая. Бадай кожны з нас штодзень правярае сайты надвор'я альбо сочыць за прагнозамі сіноптыкаў па тэлебачанні ў чаканні запаветных плюсаў. І практычна месяц надзея на вясну таяла, а вось снег – не. Калі ж нарэшце можна будзе дастаць вясновыя ўборы і схаваць шубы і пухавікі? Аб гэтым мы даведаемся ў пасрэднікаў нябеснай канцелярыі метэаролагаў. Когда же, наконец, будет весна? Вот у вас здесь происходят какие-то вычисления, создаются прогнозы. Расскажите нам, пожалуйста. Ну, в климатологии началом весны считается дата, когда среднесуточные температуры воздуха начинают принимать положительные значения. То есть, когда устойчивы уже среднесуточные положительные. Обычно вот на территории нашей области в современных условиях климатических это происходит в середине марта. Весна не наступила, потому что температуры среднесуточные у нас отрицательные и ниже нормы значительно на 5-7 градусов. У гэты дзень прыкладна 30 гадоў таму вышыня снежнага покрыва ў нашым рэгіёне перавышала 55 сантыметраў, а зараз яна складае 20. І гэта ўдвая вышэй за норму. Як бачым, пакуль вясна не надышла. Былі гады, калі яна прыходзіла да нас толькі ў другім вясновым месяцы. Так было ў 1963 годзе, калі яе надыход быў зафіксаваны толькі 11 красавіка. А вось у 1989 наадварот, на Гомельшчыну яна завітала 14 студзеня. Значыць, тое, што вясна сёлета затрымліваецца, зусім не анамалія. Бурнага начала весны, дружнага, мы не ожидаем. То есть тепло будет нарастать постепенно. Сначала дневные температуры будут положительными, это уже произойдет вот в ближайшие дни, то есть по территории области от 0 до плюс 5 будут температуры дневные. А более уверенное тепло придет к нам в последние дни марта. 29-30 марта, начало апреля. А зараз амаль усе галіны адчуваюць уплыў гідраметэалагічных умоў. Гэта авіяцыя, абарона, сельская гаспадарка, аўтамабільны і чыгуначны транспарт, ахова здароўя, служба барацьбы з надзвычайнымі сітуацыямі. Абычны чалавек, пачаму-то нашу работу, работу гидромедцентра связывает только с прогнозами погоды. Но это далеко не так. У нас довольно-таки широкий профиль видов работ. Сегодня наш филиал гидромед охватывает несколько очень важных направлений, в числе которых это и метеорология, и гидрология, агрометеорология, аэрология, радиология. В нашем ведении также экологический мониторинг, работа авиационной метеостанции, которая обеспечивает безопасность полетов.
Служба постоянно совершенствуется технически. Без этого сегодня никак нельзя. Марина Джала, Игорь Марищенко, телерадиокомпания «Гомель». У палаца Румянцевых і Паскевішаў адбыўся канцэрт «Залатыя старонкі беларускай музыкі». Ён быў арганізаваны ў рамках унікальнага творчага праекта «Беларусь. Дыялог класіка». Гэта цыкл з 5 канцэртаў лекцыі, закліканых знаёміць публіку з музычнай спадчынай беларускіх і замежных кампазітараў. Праект задуманы вядомым гомельскім музыкантам, дырыжорам, лаўрэатам міжнародных конкурсаў Мурадам Асуілам і рэалізуецца ў выкананні таленавітых музыкантаў і вакалістаў абласной філармоніі. На гэты раз яны прадставілі музычную спадчыну беларускіх кампазітараў, якія тварылі ў розныя эпохі. Канцэрт прадэманстраваў, як са зменай эпохі традыцыі непаўторныя рысы беларускай музыкі не растварыліся ў разнастайнасці стыляў і замежных уплываў. Яны арганічна ўвасобіліся ў лепшых творах майстроў айчыннай школы. У праграме «Залатыя старонкі беларускай музыкі» прагучалі сачыненні, якія сталі сапраўдным упрыгожваннем нашага нацыянальнага музычнага мастацтва. Наступны канцэрт стане апошнім у цыкле праекта «Беларусь. Дыялог класіка» і будзе прысвечаны чарнобыльскай трагедыі. Музыка последнего концерта – это музыка современных, ныне здравствующих белорусских композиторов. В поздней романтического стиля может быть что-то новое, ноу-хау белорусский мы можем представить гомельскому слушателю. Гэты, а таксама іншыя навіны вы можаце знайсці на нашым сайце ў інтэрнэце па адрасе www.tvrgomel.by. Далей у эфіры «Дэ-факта» і «Спартыўны агляд». Я з вамі развітваюся. Плённага вам вечара і да новых сустрэч у эфіры. Эфир телеканала «Беларусь-4» продолжает «Де-факто». В студии Руслан Габрилев. Здравствуйте. Гомельский городской отдел Следственного комитета расследует уголовное дело о грабеже, совершенном группой лиц в отношении 43-летнего жителя областного центра. В совершении преступления обвиняются неработающие гомельчане 1977 и 1996 годов рождения. По версии следствия, мужчины, находясь в состоянии алкогольного опьянения, завязали драку с прохожим. После у потерпевшего похитили сумку, в которой находилось более полутора тысяч долларов США, 1400 гривен, документы на транспортные средства и другое имущество. В ходе оперативно-розыскных мероприятий через несколько дней после происшествия злоумышленников задержали и заключили под стражу. Сейчас проводятся следственные действия, устанавливаются иные эпизоды возможной преступной деятельности этих мужчин. Если вам что-либо известно, просьба обратиться по телефонам, которые вы видите на экране. Судом Мозырского района рассмотрено уголовное дело по обвинению 53-летнего мужчины в хищении психотропного вещества. Сильнодействующее лекарство мозырянин приобретал по рецептам онкологически больной матери, затем сбывал знакомым. Мужчина состоял на учете в наркодиспансере и неоднократно был судим. В связи с этим в действиях обвиняемого признано наличие опасного рецидива преступлений. Ему окончательно назначено наказание в виде 11 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии в условиях строгого режима, без конфискации имущества, без лишения права заниматься определенной деятельностью или занимать определенные должности. Также в соответствии со статьей 107 Уголовного кодекса Республики Беларусь к нему применено принудительное лечение от наркомании по месту отбытия наказания. И в продолжение темы. Своего приговора суда почти полгода ожидали конфискованные шубы. В ноябре 2017 года у одной из гомельских предпринимательниц изъяли меховые изделия на сумму 188 тысяч рублей. На товаре отсутствовала маркировка контрольными знаками Республики Беларусь. Вчера суд Центрального района Гомеля вынес вердикт – обратить конфискованное в доход государства. Внимание, розыск! 17 февраля в магазине «Фантастик», что в торговом центре «Секрет», неизвестные совершили кражу. В число подозреваемых попали двое мужчин. Если вы узнали людей на фото, просьба обратиться по номерам, указанным на экране. Такой обзор происшествий к этому часу. Оставайтесь с нами и берегите себя. Я Руслан Габрилев. Благодарю за внимание. До свидания.
На телеканале «Беларусь-4» Гомель новости спорта. В студии Максим Савин. Здравствуйте. В первый соревновательный день чемпионата Европы по легкой атлетике в закрытом помещении среди спортсменов с нарушениями слуха белорусы завоевали 5 медалей. Чемпионкой континента стала Галина Козич. Она выиграла финальный забег на дистанции 1500 метров. У мужчин такое же расстояние с третьим результатом преодолел Александр Черняк. Кристина Журбенкова выиграла бронзу на дистанции 60 метров. Не остались без наград и гомельчане. Маргарита Гралько показала третий результат в секторе для тройных прыжков. Александр Майстренко выиграл бронзовую награду в прыжках в длину. Завершится чемпионат Европы завтра. Мужская и женская команда гандбольного клуба «Гомель» узнали соперников на полуфинальной стадии розыгрыша Кубка Беларуси. Дружина Томаша Чатера сыграет с городничанкой. Вторую пару составили БНТУ «Белас» и «Витебчанка». Финал четырех состоится 17 и 18 мая на паркете Дворца спорта «Уручье». Там же, но позже, 29 и 30 мая, определится обладатель трофея в состязаниях мужских команд. Дружине Сергея Цыганкова в сопернике в полуфинале достался столичный СКА. Вторую путевку в финал оспорят БГК имени Мешкова и Гродненский «Кронан». Победитель командного первенства Беларуси по настольному теннису определится в Гомеле. В областном центре проходит заключительный третий тур состязаний. Участие в турнире принимают 12 команд со всей страны. Возраст спортсменов 11-12 лет и 10 лет и моложе. Гомель получил право принимать этот турнир не случайно. В составе команд, представляющих наш регион, немало перспективных спортсменов. Есть очень перспективные есть дети. И на сегодняшний момент нужно ставить вопрос о их действительно дальше продвижении по спортивной лестнице. И сейчас надо задумываться на этом этапе, просматривать столь в юном возрасте детей, отбирать, подключать уже к юниорскому возрасту. По итогам двух предыдущих туров безоговорочных лидеров пока нет ни в одной из категорий. Так что гомельский этап республиканского первенства не просто заключительный, а действительно решающий. Каждое очко, каждая победа – это вклад в общий успех команды. Напряжение высокое, однако спортсмены успешно с ним справляются. Умение не только побеждать, но и достойно проигрывать. И извлекать из этого уроки пригодится будущим мастерам маленькой ракетки. В Гомеле проходит открытое первенство региона по плаванию. Под сводами Дворца водных видов спорта победу на различных дистанциях оспаривают около 180 участников. Соревнования длятся 4 дня. Они являются отборочными на республиканское первенство, на котором, в свою очередь, отберут участников юношеских Олимпийских игр и чемпионата Европы среди юниоров. Также лучшим предоставится возможность попробовать свои силы во Всемирной гимназиаде, которая проходит с этого года. Уровень конкуренции растет, да. У нас появилось две спортсменки в Гомельской области, соответствующих мировому и европейскому уровню среди юниоров. Зубина Ульяна и Солодухина Алена, которые выступали уже на европейском молодежном фестивале, на юношеской Европе. И в данный момент они уже выполнили норматив отбора на юношеские Олимпийские игры. Состав команды Гомельской области по итогам соревнований из числа победителей и призеров будут отобраны 24 спортсмена, 12 юношей и 12 девушек для участия в республиканском первенстве. На этом пока все. С новостями спорта вас ознакомил Максим Савин. Оставайтесь на «Беларусь-4».